В единый день безопасности несовершеннолетних сотрудники региональной госавтоинспекции провели для детей урок по правилам дорожного движения. Дошкольники побывали в роли пешеходов и водителей транспортных средств. А еще смогли наглядно вместе со взрослыми разобрать опасные дорожные ситуации, в которых они могут оказаться, нарушив правила поведения на дороге. Потом только наступаем на пешеходный переход и начинаем идти. Доходим до середины, останавливаемся, смотрим куда? Направо. Уважаемые родители, ребенок учится законам безопасного поведения на дороге у родителей и взрослых. Не жалейте времени на обучение детей безопасному поведению на дороге. Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить его от несчастных случаев на дороге. Кроме того, в детском саду развернулись настоящие мастерские дорожной безопасности по изготовлению световозвращающих наклеек. В ходе увлекательного творческого процесса юные участники дорожного движения узнали о предназначении световозвращателей, их видах и способах размещения на одежде. В завершении занятий организаторы подарили ребятам браслеты, которые помогут юным участникам движения стать